как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию! Подскажите, ухаживание за цветком Антоном. Садовник Эдисон снова на связи, да. Недавно я получил вызов, звонок, тилинь-тилинь от Кати, она мне позвонила и опять спросила: Эдичка, а как там мой цветочек? Я сказал то, что... В принципе, очень даже хорошо, Катя, все нормально, он поживает, и я опять забыл его поливать практически неделю. А такой цветок, тем более Антон у нас капризный, его нужно поливать хотя бы раз в неделю. А лучше, конечно, 2, а то и 3, а то и 4, а то и 10 раз. Антон любит плакать, чтобы его поливали, поэтому... Пока Катя ко мне еще обратно не приехала, или я к ней не переехал, или мы куда-то не переехали, или потом не съехались, сложно, я буду поливать Антона и буду за ним ухаживать. А ты, если хочешь, чтобы серию с Антоном выходить, охренеть, сделать рубрику про цветок. Мне кажется, только я такое могу придумать. Если ты хочешь, чтобы новые серии с Антоном выходили как можно чаще, ставь лайкусик прямо сейчас. Но самое главное, ставь лайкусик, если ты хочешь, чтобы Катя вернулась как можно быстрее. И если ты хочешь, чтобы новый сезон, второй сезон, вышел намного быстрее, нежели там через фиговую тучу времени. Даже не знаю, как правильно сказать. Короче, не скоро. 30 тысяч лайков, я обещаю, то, что будет новая серия, а мы... Ай, с трудом, конечно... Не падать, не умирать, пожалуйста. С большим, конечно, трудом, но топаем к Антону. Пожалуйста, не на... Нет! Я еще умру, мне кажется, я сейчас 100% умру. Антон у нас вот здесь, но... Я паркурщик. Нет, поэтому никогда не просите меня больше проходить паркур. Я его, в принципе, никогда не проходил. Нет, я когда-то его проходил, но я его точно не буду проходить. Опа! А вот так я допрыгнуть точно смогу. Так... Я ж отнес сюда Антона после предыдущей серии, когда там была фейковая свадьба, я его обратно перенес сюда. Вода. Есть вода, чтобы его поливать. Антон. Ну, и вода уже как бы там почти испарилась. Антон! Антоша! Так, подождите. Подождите, или я не в ту комнату ты пекнулся? Нет. Катя меня убьет. Катя меня убьет! Я просрал Антона. Катя меня просто... Вы видите тот пистолет, который... Нет, вы его не видите. Но в скором времени он будет... Его дуло будет у меня во рту. Не горите, пожалуйста, Кате. Ради бога, ради всего святого. Пожалуйста, не горите Кате, то, что я просрал Антона. Мы его найдем, я обещаю. Я обещаю, мы его найдем. Только, пожалуйста, не говорите ей то, что я его просрал. Сейчас. Окей, где? Где я его мог оставить? Я... Или у меня реально просто амнезия, я его оставил там, где свадьба. Ты? Лох. Я что-то не понимаю. Откуда эти таблички? Ты лох? Нет, подождите. Катя не могла. Катя не имеет доступа. У нее даже нет своего Майнкрафт аккаунта. У нее нет персонажа. И она вообще даже толком... Так, подождите. Неужели этот подписчик даже добрался до этого? Так, давайте идем за Антоном. Антон, Антошек. Я что-то пока вообще ни хрена не пойду. Чё за хрень происходит? В смысле, как... Лох! Чё... Алло! Смотрите, что они в чате пишут! Не смог, слабак, лох! Пацаны, вы чё, охренели? Подписчик! Ты такой идиот! Чё за хрен? Все ждали, а ты не смог! Что я не смог, мать вашу, успокойтесь, алло! Ребят, вы вообще с ума сошли немножко? Какой? Пипидастер! Спасибо большое! Быстро в портал! Идите нафиг! Чё это только что было? Так, подождите, мне это очень сильно не нравится. Почему подписчики... Они воскресились. Почему они в чате это пишут? Не смог, слабак, лох, ты такой идиот, все ждали, ты не смог, ты пипедастер... Что я не смог? Подождите. Вы все сговорились, что ли? А что я не смог? А что я не сделал? Почему...
Уйди, сгинь! А! Прыгай, не смог, как. Пацан, дайте мне тпкнуться, мать вашу! Я вас не хочу, конечно, трогать, но у меня просто другого варианта нет. Успокойтесь! Успокойся! Карапуз мелкий! Не смог. Слабак. Трус. Ахаха. Мне немножко страшновато, потому что я ничего не понимаю. Ни хрена вообще не понимаю, что сейчас происходит. У меня самый глобальный вопрос сейчас возник. Что я не смог? Катя мне позвонила, сказала полить цветок. Антон! 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 Матерь божья. Трус. Ха-ха-ха. Не смог, подлец, ты такой идиот. Стоп. Короче, я понял, концепция всего, что они мне говорят, это то, что я трус, и я что-то не смог сделать. Что я не смог сделать, вы мне сможете? Еще и свидетеля Кати просто закукошили. Почему? Здесь была свадьба в прошлой серии. Почему здесь все полыхает? Почему здесь кровь? Почему здесь трупы? У меня такое сейчас впечатление, то, что я во всем этом виноват. А что я не смог сделать, у меня такой вопрос. С чем я не справился? И что самое главное, где Антон? Ребят, пожалуйста, не смейтесь сейчас. Я вас очень сильно прошу, не горите, пожалуйста, сейчас ничего Кате, то, что я просрал Антона. Я обещаю то, что я его найду. Я постараюсь в этой серии его найти. Если нет, то в следующей. Но что я не смог? Это или подписчики, или это хейтеры мне пишут, у меня такой... Давайте потопаем обратно. Опять вы здесь? Ребят, вы как... Нет, мне нужно просто как-то туда пробраться. Я уверяю то, что это просто маскировка. Это камуфляж, это не подписчики, это хейтеры. Ребят, отстаньте от меня, ради бога, пожалуйста. Еще и там их трое или четверо. Здесь один, ты такой идиот. Спасибо большое, мне очень приятно. Мне очень приятно. Очень, да и ты что скажешь? Слабак не смог, конечно, я знал, пацаны. Я знал, все, да, все, оно то... Пока, пока! Да твою ж-то! Да, идите сюда. Идите сюда. Давайте. Ну по-другому я от вас просто... давай, прыгай, да, в лаву, молодец. Все, я... А здесь что написано? Лох. Я об этом... Раси, я просто тебя ремнем отшмагаю, просто... Ах, спасибо большое, спасибо. Успокойтесь, вы в смысле... Что вы на меня все сагрились, а вот... Твою мать, сколько же вас в этот раз? Ребят, ну успокойтесь, ну что за хрень-то происходит, а? Чё я не сделал? Что вам от меня надо? Я извиняюсь, что я вас... Отстаньте. Чё? Алло? Давай спать. Когда будут дети, предложение Кате подвел, сделай предложение Кате, сделай предложение, не справились, женись, стекло, Пуська, лох, пустая табличка вообще, Пуська, Пуся! А, вот что оно значит, вот здесь он... Чё, в смысле? Хейтеры гниды, вы дом Катю взорвали, которая настро... Вот в чем дело, оказывается, да? Ага. Вот в чем дело. А я-то думаю, что я не сделал. Ребят, я вам уже много раз говорил то, что я читаю все ваши комменты. Все. Да, я не могу ответить на все там сотни, десятки тысяч комментов, потому что я не робот. Но я читаю все ваши комменты. И под предыдущей серией, хоть она вам понравилась, мы набрали много лайков. Кстати, кто не видел предыдущую серию, если ты ее не видел, если ты хочешь узнать, как же я женился с Катей...
или на цветке в прошлой серии, надо мной прямо сейчас есть подсказочка, нажми обязательно, посмотри предыдущую серию. И там было, ну, 70% всех комментариев: «Эдисон, я думал, ты на самом деле сделаешь Кате предложение. Эдисон, а ты сыкло, женишь траву, женишь цветы, но на Кате сам не женишься. Эдисон, ты играешь в Майнкрафт до сих пор, а тебе уже 23 годика, пора уже семью заводить, а ты в Майнкрафт играешь. Женись на Катеридзе, чё ты, слабак?» Вот оно в чем дело. Значит, это все привело вот к такому хейту. Это даже, это не подписчики, это хейтеры, я даже могу сказать. Вот в чем дело. То, что кто-то сильно лезет в мою жизнь личную. И мне кажется, что настало время немножко выяснить, что же происходит, и немножко расставить по местам, чтобы больше вот такой хрени, как сейчас, я просто в шоке. Я даже до сих пор не нашел Антона! Ладно, ладно, хорошо. Чтобы вы понимали, есть рамки, есть границы, есть предел. Есть границы, за которые можно заступать, а есть границы, за которые нельзя заступать. А лучше вообще ни за какие не заступать. Я вам рассказал то, что у меня есть девушка, хоть я до сих пор мог скрывать это. Я на втором канале выпускаю кучу роликов, где я делюсь с вами о том, то, что у меня депрессия или еще что-то. Я просто делюсь с вами своими проблемами. Я рассказываю все, что происходит у меня в жизни. Я рассказываю это тебе. И разве тебе не хватает того, то, что я делюсь всем, что у меня в жизни происходит? Разве я тебе не отдал достаточного куска своей жизни, чтобы ты понял то, что ты мне не безразличен? Когда ты делаешь 99% хорошего для своих подписчиков, они это не видят. Но зато посмей ты только где-то что-то сделать на 1% плохого, как сразу все на тебя накинутся, как какие-то шакалы. Вот случай. И вот как раз таки вот это, женись, заведи детей и хватит играть в Майнкрафт, потому что тебе уже 23 года, это не твой бизнес, не твое дело, и ты никак не можешь иметь отношение к тому, что происходит в моей личной жизни. Если бы я хотел, я бы тебе просто бы этого не рассказывал, но я тебе рассказываю. Почему? Потому что я не снимаю на Ютубе ради денег, я не снимаю для того, чтобы просто варить мани-мани и записываю по 10 роликов в день для того, чтобы просто больше от вас бабок забирать. Я записываю каждый ролик с душой. Если бы я не хотел делиться с вами своей душой, я бы не звал Катю в свой сезон и не делал ее как отдельную часть своего канала, который я уже веду целых 5 лет. За эти 5 лет я не смог тебе доказать того, что я чего-то стою, значит, ты меня плохо знаешь. И как раз таки вот в этом проблема сейчас. То, что ты не должен лезть туда, куда тебе не стоит лезть. Я ж не звоню твоей маме, не говорю, сдайте своего сына или дочь в детдом, потому что она дура или дебил. Я не про тебя говорю, вообще про хейтеров. Не суй свой нос туда, куда тебя не просят его совать. Это я говорю для тех, кто это писал. И это я говорю для тех, кто до сих пор пишет, что Эдисон, иди работай на завод, а не занимайся хренью на Ютубе, не записывая Майнкрафт. Я работал не на заводе, я работал на шахте 500 метров под землей, поэтому я знаю, что это такое. Но я взял себя в руки, перешел на YouTube и сделал то, что я сделал, и нахожусь там, где я сейчас нахожусь. А если тебя в чем-то не устраивает мой контент, ты можешь идти в ту долину, где ютуберы записывают по 2-3 ролика в день. Просто на «отшибись от меня», без души, без вкладывания своего сердца туда, лишь для того, чтобы срубить с тебя бабла. Нубики, мини-игры по 10 роликов в день. Или просто самый обычный ролик, который занимает 40 минут твоего времени, зато они пилят по 2-3 ролика. Зачем? Затем то, что они не хотят вкладывать душу, они это делают, чтобы деньги просто высасывать. Если тебе не нравится мой контент, если тебе не нравится, как я к тебе отношусь, ты можешь пойти туда, где тебе будут относиться как к говну. До свидания.